Оглянись. Видишь? Вокруг никого. Только ты, наедине с самим собой. Боишься проиграть? Игра — это жизнь, в которой нет победителей и нет проигравших. Каждый ведет свою битву, о которой не знает никто. Выигрывая битву с самим собой, не бойся быть сломленным. Без проигрыша нет победы. Без тебя нет жизни. Подними голову, расправь плечи и борись. Главное, твой поединок уже идет. Здесь и сейчас. Побеждай вместе с RCC Sport. Всем привет! С вами Екатерина Березова и Алексей Галанов. Мы приветствуем вас с площадки Академии единоборств РМК в Екатеринбурге. Буквально через несколько минут состоится официальная процедура взвешивания участников турнира RCC Intro, который вы сможете увидеть завтра в 17:00 по местному времени или в 15:00 по московскому. Это уже пятый турнир RCC Intro, который проходит именно на площадке Академии единоборств РМК. А на этот раз турнир интересен не только тем, что ребята будут драться за право подписать контракт с RCC и выступать на номерных турнирах, но и такой некий триллер, некая история. Этот турнир можно назвать коротко «Уральский медведь против самурая, боец, победивший рак, женский бой и кровавый реванш». Звучит действительно очень внушительно, Алексей. Для меня турнир будет действительно очень интересен, и в том числе и благодаря реваншу, который состоится между Василием Курочкиным и Максимом Коноваловым. На прошлом турнире RCC Intro в мае состоялся их первый бой, и, пожалуй, его можно назвать одним из самых кровавых в истории вечеров RCC. Результат поединка ничья, с которым оба бойца были не согласны, и сразу после поединка члены их команд, а также менеджеры RCC заявили о том, что они готовы сделать второй бой. Ну, вот что завтра... вполне логично, да. Просто нужно для этого посмотреть видео, которое опубликовано. Где? Оно опубликовано на нашем официальном YouTube-канале RCC MMA & Boxing. Если вы не видели первый бой, обязательно смотрите, потому что завтра будет реванш, и спортсмены смогут расставить все точки над «и». Хотя, наверное, если бы букмекеры принимали ставки на наши поединки, то можно было бы ставить и на ничью, был бы реально настоящий тренер. На самом деле, не только реваншем интересен завтрашний турнир. У нас выступает тоже в главном карде еще один уральский боец, как и Курочкин, собственно говоря, это Олег Оленичев. Он будет драться с омским, с представителем омской школы «Шторм» Александром Подмарёвым. Оба бойца входят в топ-50 российского рейтинга, но поединок интересен не только со спортивной точки зрения. У нас есть друг, так скажем, да, его зовут Михаил Краймер, он представляет блог «Вестник ММА», и он разрыл просто невероятную историю про Олега Оленичева. Оказывается, что в самом начале карьеры он получил на тренировке травму, а у него появилась опухоль, которая в итоге выросла до больших размеров, и врачи диагностировали у него саркому средней злокачественности. Сумасшедшая там история про лечение. В итоге, когда он уже пришел на операцию, один из вариантов – это было удаление руки. Он уже на это был настроен, потому что жизнь, конечно, гораздо важнее, но уже во время операции диагноз был изменен, поскольку врачи вскрыли, грубо говоря, руку и увидели, что это не злокачественная опухоль, и жить с этим можно. И в итоге эту опухоль удалили вместе с подкостицей. Олег Оленичев смог, да, руку сохранили, Олег восстановился и продолжает свою карьеру, продолжает свой путь на вершину, и это невероятная история, очень крутая. Ну и на самом деле это доказывает, что бойцовский дух помогает спортсменам не только в клетке, но и в жизни. Друзья, сразу после взвешивания мы с Олегом Оленичевым выходим в прямой эфир, пообщаемся с ним о предстоящем сопернике, о предстоящем поединке, ну и, собственно, узнаем, каково же его состояние здоровья на сегодняшний момент. Еще одной особенностью турнира станет женский поединок. В RCC их проходило не так много, на мой взгляд, это вроде бы третий. Давай я доверю рассказать тебе про девочку, потому что ты тоже девочка. Про девочек рассказывают. С удовольствием, Леш, я расскажу. Откроет завтрашний турнир именно женское противостояние, и оно состоится между двумя россиянками, Натальей Дичковой и Марией Здирок. Обе спортсменки на профессиональном уровне провели по одному поединку, но имеют достаточно хороший опыт в любительской карьере. Так, Дичкова выиграла чемпионат мира по кикбоксингу, а Здирок выступала сразу в нескольких дисциплинах. Везде она показывала хороший результат. Ну и на данный момент
спортсменки находятся, так сказать, в одинаковых условиях, в равных условиях, и тем интереснее будет смотреть их противостояние завтра. Да, интересно, что Сдирок, она даже занималась пауэрлифтингом, выступала на соревнованиях, у обеих по одному поединку. Единственное, что Дичкова свой первый бой проиграла, а Сдирок очень жестко нокаутировала чемпионку мира по панкратиону из Узбекистана. Это прямо реально очень крутое видео. Можете тоже поискать завтра. Его, это еще в Челябинске, в мае, но тогда Сантос по состоянию здоровья на номерном турнире РСС был вынужден сняться, и Лаврентьев дрался против другого соперника, тоже бразильца, и задушил его за секунду до конца второго раунда. Очень крутая история, но примечательный бой не только тем, что это с точки зрения спорта, с точки зрения рейтингов круто. Два боя назад Лаврентьев проиграл Виктору Генри, американцу, и у него осталась такая вот незакрытая история, и, скорее всего, если Денис хорошо пройдет этот поединок, в декабре на номерном турнире он встретится уже с Виктором Генри. В этом поединке заинтересованы и матчмейкеры, заинтересован сам Денис, ну и Генри, он же выступал на РСС, два выступления, две победы, я думаю, что он с огромным удовольствием сюда приедет. Да, и обсудим возможный реванш с Виктором Генри и Денисом Лаврентьевым, самим Денисом Лаврентьевым. Опять же, по традиции, сразу после взвешивания запишем небольшое интервью с Денисом. Ну и, собственно, мы теперь подходим к главному событию завтрашнего вечера. Уральский медведь Михаил Рогозин встретится со швейцарским самураем Ясуби Энамотой. Можно сказать, что... Это настоящий комикс, на мой взгляд. Прямо, ну, действительно. Да. И можно сказать, что для Михаила Рогозина этот бой – это исполнение мечты. Еще до старта своей профессиональной карьеры он наблюдал за поединками Энамота, смотрел его, отмечал технику и мечтал когда-то оказаться на его месте. И вот завтра, друзья... Рогозин выходит в клетку, ну, наверное, против своего кумира, можно так это сказать? Ну, может быть и кумира, но интересно, что Энамото дрался со Шлеменко. Шлеменко он, к сожалению, уступил для Энамото, естественно, да. Для российского ММА хорошо. К сожалению, вот. Только но для Энамото. Но Шлеменко один из учителей, один из наставников Михаила Рогозина в начале карьеры, поэтому это достаточно круто, в принципе, отследить. Всего же завтра выступит на турнире 24 бойца из 4 стран, друзья. Начало в 5 часов вечера по Екатеринбургу, в 3 по Москве, в час по Лондону. Несколько площадок. Это RCC Boxing and MMA на YouTube, это RCC Russian Cage Fighting Championship ВКонтакте, это прямой эфир на телеканале Бокс ТВ и в повторе на телеканале Матч Боец. Да, посмотреть можно будет на нескольких площадках, это действительно. И, Алексей, давай еще расскажем одну новость, которую ждут, ну, я думаю, что многие любители единоборств, потому что уже этой ночью Заур Абдуллаев будет биться за титул временного чемпиона мира по версии WBC. Но по боксу, друзья. Да, Мы рассказываем это здесь и сегодня на турнире по ММА. Сегодня ночью Хабиб Нурмагомедов, у которого 16,5 миллионов подписчиков в Инстаграме. Он опередил Бузову и сейчас является самым топовым спортсменом не только с точки зрения спорта, но и в интернет-пространстве. Он опубликовал слова поддержки, написал ему: «Удачи, брат, буду болеть за тебя». Заур Абдуллаев, пресса сразу же подхватила эту историю, немножко потиражировала. Я думаю, что Зауру очень важно почувствовать эту поддержку, потому что в предстоящем поединке все его считают андердогом, в том числе букмекеры. Сегодня, кстати, произошло ночью взвешивание. Он показал вес 61,05, как его и соперник. Сегодня в 5 утра на телеканале «Матч Боец». Пожалуйста, присоединяйтесь, следите, завтра смотрите. Подведем итоги перед нашим турниром RCC Intro. Ну и, Алексей, я чувствую его приближение. Музыка уже играет вовсю. Музыка играет, а его, это нашего прекрасного, его. Нашего прекрасного ринг-анонсера Дмитрия Ракова. А это значит, друзья, что официальная процедура взвешивания участников турнира RCC Intro начинается. Увидимся после на интервью. Добрый день, уважаемые дамы и господа, добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас в Академии единоборств РМК в городе Екатеринбург. На официальной процедуре взвешивания предстоящего завтра турнира по правилам ММА RCC Intro.
организованного промоутерской компанией Russian Cage Fighting Championship. При поддержке губернатора Свердловской области, Уральского банка реконструкции и развития, а также Михеевского горно-обогатительного комбината. Дорогие друзья, организаторы определили на турнир 12 пар бойцов. 12 ярких и зрелищных поединков. И мы, как настоящие джентльмены, пускаем дам вперед. Я объясню почему. Потому что открывает турнир поединок весовой категории до 57 килограммов среди женщин. Итак, приветствуйте, боец из города Санкт-Петербург, Мария Стирок. Ну что ж, у нас аплодисментами встречать бойцов. И это, как совершенно справедливо заметил Дмитрий Раков, бой между девушками. Мария Стирок уже на весах. 56-600. А вот ее соперница из города Петрозаводск. Наталья Дьячкова. Сейчас выход Натальи Дьячковой. На ее счету один поединок. И, к сожалению, для себя она его проиграла. 57-200. Но, тем не менее, бой ожидается яркий, потому что обе спортсменки, выходцы из ударных единоборств. Дорогие друзья, из тайского бокса, аплодисменты девушкам. Ну и ждем. Ждем завтра жару в клетке. Очень интересная карьера была и у Марии, и у Натальи. Но об этом, наверное, мы завтра еще поговорим уже турнир непосредственно на турнире. Турнир продолжит поединок в категории до 65,8 килограммов. Формула боя 2 раунда по 5 минут. Встречайте, боец, представляющий город Калуга, Никита Бархатов. Никита Бархатов, 2 победы, 0 поражений. Но по другой информации, он вообще-то из Магнитогорска. У нас, кстати, поединок между двумя небитыми бойцами, так называемый Prospect Clash. 65-900. Практически уложился в рамки веса. Будет противостоять боец из города Омск, Иван Сапивской. Иван Сапивской, 3 победы, 0 поражений, 0 ничьих. Неоднократно уже выступал в Екатеринбурге, выступал успешно. 66-200. И оба, кстати, являются представителями топ-300 сильнейших бойцов России в своем весе. Так, поединок в полулегком весе. Два небитых проспекта. Prospect Clash. Это всегда очень интересно. И я думаю, что интрига будет. И чей-то нолик может исчезнуть. Следующий поединок пройдет в категории до 77,1 килограммов. Формула боя 2 раунда по 5 минут. Приветствуйте бойца, представляющего город Новокузнецк, Алексей Голубовский. Алексей Голубовский, 2 победы, 1 поражение. Представитель Кузбасской школы. 77-100. Ровно уложился вот его соперник. Наш боец из города Екатеринбург, Ильяс Хамзин. Ильяс Хамзин, представитель клуба «Архангел Михаил». 2 победы, 1 поражение. Идентичный послужной список, как и у Алексея Голубовского. 77-300. Чуть-чуть перевесил, но это не страшно на самом деле. Голубовский уже выступал на Урале. Но поддерживай этот бойцов. Бой станет первым для него под эгидой РСС. Так, немножко шоу, но тем не менее взаимное уважение. Ну что ж, ждем. Завтра должны ребята зажечь. У Ильяса Хамзина серьезная уже поддержка, судя по аплодисментам. Посмотрим, как будет завтра. Следующая пара. Следующая пара у нас представительная также полулегкого веса. Весовая категория до 65,8 килограмм. Формула боя 3 раунда по 5 минут. Приветствуйте, боец из Украины, город Киев, Алексей Олейник. Алексей Олейник очень опытный боец, не путать с другим Алексеем Олейником. 21 победа, 16 поражений на его счету. 66-300. 37 боев за плечами. Его соперник, боец из России, город Тобольск, Равиль Коробов. Равиль Коробов, не имеющий поражений боец, 6 побед, представляет он клуб, бойцовскую команду «Рать». 66-200. Двукратный чемпион Европы по панкратиону, кстати, Равиль Коробов. И достаточно рано он стал профессионалом в 17 лет.
То есть у нас здесь молодость против опыта, можно так сказать. А Алексей Олейник у нас с 2011 года является профи. Уже 8 лет. Участники следующего боя. Весовая категория до 61,2 килограмм. Формула боя. Три раунда по 5 минут. На сцену приглашается боец из города Москва Николай Присмаков. Ну а сейчас появится Николай Присмаков. На счету этого бойца 5 побед, 1 поражение. Уже выступал он в Екатеринбурге. 61,600. Практически уложился. Его соперник, представляющий город Санкт-Петербург, Александр Антоненко. Ну и Александр Антоненко. На счету этого бойца 5 побед, 3 поражения. 61,500. Также достаточно интересное противостояние. И это единственный, это один из двух поединков в рамках легчайшего веса в карде. Ну что ж, бойцы готовы. Я думаю, что завтра будет интересно. Вообще, в принципе, все пары подобраны. Приветствуйте очень, участников очень хорошо. Боя в категории до 77,1 килограмма. Формула боя. Три раунда по 5 минут. На сцену приглашается боец, представляющий город Екатеринбург, Денис Измодена. Денис Измодена. 6 побед, 6 поражений, 2 ничьих. Профи с 2013 года. Неоднократно принимал участие на турнирах Fight Night, теперь на турнирах RCC. 79,800. Его соперник представляет город Кемерово Дмитрий Арышев. Дмитрий Арышев также был в свое время бойцом Fight Night. 8 побед, 7 поражений, 1 ничья. Взял бой на коротком уведомлении. Очень опытный боец. 80 ровно. Ну что, ждем. Денис Измоденов сейчас идет на серию из 3 побед. Есть у него также победа над ранее небитыми бойцами. И в феврале 2018 года он дебютировал на турнирах RCC. Дмитрий Арышев в свое время в Екатеринбурге уже бился, но тогда проиграл Олегу Оленичеву в августе 2016 года. Посмотрим, чем закончится его второй визит в столицу Урала. Следующий бой турнира RCC Intro пройдет в категории до 70,3 килограмм. Формула боя. Три раунда по 5 минут. Приветствуйте бойца из Украины, город Царны, Антон Радько. Итак, российско-украинское противостояние. Антон Радько. 11 побед, 4 поражения всего лишь. 70,600. А вот и его соперник, боец из России, город Оренбург, Владимир Пальченко. Владимир Пальченков, боец клуба «Архангел Михаил», 8 побед, 2 поражения на его счету, 49-й рейтинг, 49-й номер российского рейтинга. Ну что ж, интересное противостояние. Пальченков начал карьеру свою в 2016 году в Липецкой области. Очень неплохие были показатели по любителям. Так, ну вот. Вот так вот. Очень, в очень дружелюбной атмосфере у нас проходит фейс-офф. Даже так. Достаточно такая колоритная внешность у Антона Радько. Для Антона, кстати, это первый бой в России. Приветствуйте участников поединка в категории до 77,1 килограмма. Формула боя. Три раунда по 5 минут. На сцену приглашается боец из города Челябинск, Максим Коновалов. Ну а вот этого боя, наверное, многие, многие очень ждут, потому что бойцы встречались уже в этом году. И тогда была зафиксирована ничья между Максимом Коновалом и Василием Курочкиным. Вот Максим встает на весы сейчас. 79,600. Его соперник, боец, представляющий город Талица, Василий Курочкин. Василий Курочкин. На счету этого бойца 13 побед, 5 поражений, 1 ничья. Предыдущий бой как раз-таки у него закончился в ничью с Максимом Коноваловым. 79,900. И завтра ребята, ребята в поединке реванша выяснят, кто же все-таки сильнее. Ждем.
чисто уральское противостояние Талица против Челябинска. Дамы и господа, девятая пара турнира RCC Intro. Поединок в категории до 80 килограммов. Формула боя. Три раунда по 5 минут. На сцену приглашается боец, представляющий город Ростов-на-Дону, Сергей Ясковец. Ну что ж, у нас поединок в промежуточном весе до 80 килограммов. Сергей Ясковец против Арсения Смирнова. Сергей Ясковец, 10 побед, 4 поражения. Уже выступал на турнирах RCC, кстати говоря. 80-300. Его соперник, боец, представляющий город Екатеринбург, Арсений Смирнов. Арсений Смирнов, 5 побед, 1 поражение на счету этого бойца. Свой предыдущий бой, кстати, выиграл досрочно. 81-100. Карьеру начал в 2016 году в Екатеринбурге. Провел 6 поединков. Был в призах на Кубке России 2016 года. Пришел в спорт из тайского бокса. Два таких ударника. И мы ожидаем очень интересное противостояние. Сергей Скорец, кстати, следующий бой пройдет в категории до 93 килограммов. Формула боя. Три раунда по 5 минут. Приветствуйте, боец, представляющий город Екатеринбург, Олег Оленичев. Олег Оленичев, неоднократный участник турниров RCC, достаточно известный на Урале боец. 12 побед, 6 поражений на его счету. 93 ровно. И его соперник. А вот и его соперник. Боец, представляющий город Омск, Александр Подмарев. Александр Подмарев, бойцовский клуб «Шторм», Омск. 7 побед, 2 поражения. 93-300. Очень интересный поединок на самом деле, потому что Александр Подмарев, так скажем, поднимается в весе. Он до этого выступал в среднем весе, участник Гран-при «Беркут», например. Достаточно серьезный турнир. Ну, а Олег Оленичев выступал в свое время даже в полусреднем весе. И для него это второй бой в рамках полутяжелого веса. Соглавное событие. Участники соглавного события очень скоро. Следующая пара бойцов. Поединок в категории до 61,2 килограмм. Формула боя. Три раунда по 5 минут. Приветствуйте бойца из Бразилии. Город Витория де Конкиста. Матеус Сантос. Итак, бразилец Матеус Сантос. Штат Баия. 14 побед, 5 поражений. Должен был еще в мае оказаться в Екатеринбурге, но тогда получил травму, к сожалению, для себя. Но вот теперь 60, приехал. 50. Встречайте его соперника, бойца, представляющего Россию. Город Екатеринбург, Денис Лаврентьев. Денис Лаврентьев, наверное, один из самых ярких уральских бойцов. 8 побед, 1 поражение всего лишь. 61-700. Итак, бойцы должны были встретиться еще в мае, но тогда, как я уже сказал, получил травму бразилец. Но вот теперь он жив-здоров, все хорошо у него, так. Немножко пошел у Мэнни. Так, страсти накаляются. Я тебя убью. Я так прочитал по губам Дениса Лаврентьева. Ну, посмотрим, тем интереснее. Завтра будет противостояние. Итак, настало время представить вам участников главного боя нашего турнира. Турнира RCC Intro, который проходит в Академии единоборств РМК в городе Екатеринбург. Трехраундовый бой в категории до 83,9 килограмм. Встречайте бойца из Швейцарии, город Цюрих, Ясуби Эномото. Ясуби Эномото, известный в России, в принципе, боец. Неоднократно выступал он в нашей стране. На его счету 18 побед, 11 поражений. 83-500. Встречайте его соперника. Бойца из России, представляющего город Екатеринбург, Михаил Рогозин. 14 побед, 3 поражения. Практически постоянный участник турниров RCC.
84 300. Бой в среднем весе. Для Михаила это новая весовая категория. До этого он выступал на категорию выше, в полутяжелом весе. Ну, Ясубей Намото уже давненько выступает именно в среднем весе, хотя начинал карьеру как полусредний вес. Намото в свое время владел титулом чемпиона М1 Global. Это серьезное достижение. Ну а Михаил Рогозин является чемпионом WASO чешского промоушена. Ну и такой хороший серьезный вызов для Михаила в новой весовой категории. Дамы и господа, Академия единоборств РМК. Завтра начало в 17:00. Не пропустите! You've established a framework by yourself. Be stronger. Step outside your comfort zone. Go! Make a promise to yourself. Keep it. Create a goal. Pursue the goal. Don't fall victim to excuses. Go beyond. Synchronize yourself with sports. Друзья, как и обещал, Олег Оленич сейчас с нами в прямом эфире. Олег, здравствуй. Привет. Ну, во-первых, как твое здоровье? Совершенно невероятную историю мы узнали про твое здоровье, скажем так. Вот расскажи, пожалуйста, как на данный момент себя чувствуешь, как у тебя рука, не мешает ли в бою это тебе во время подготовки? Ну, эта вся история была очень давно. Если бы мне что-то мешало, я бы уже, наверное, завершил карьеру. То есть сейчас все нормально, рука меня не беспокоит. Это самое главное. Ну, на самом деле, очень этому рады. Олег, скажи, давай поговорим про твое завтрашнее противостояние. Что можешь сказать по поводу своего соперника? По поводу соперника могу сказать, что, вы знаете, там есть всякие статистики, не статистики, там опытные, неопытные. Это очередное испытание для меня. Молодой, горячий, заряженный парень, который не упадет в первом раунде, который не приехал отбывать номер, который приехал драться. Показывать себя, у которого есть амбиции. Это будет крутой, зрелищный бой. Это не будет унылое какое-то, знаете, выступление там, что там, не знаю. Это будет реально битва, это будет бой, то есть это спорт. Мы это увидим завтра. А вот хотелось еще, знаешь, поговорить с тобой. Как ты к реваншам относишься? Хотелось ли тебе с кем-нибудь из спортсменов провести реванш, с которыми ты выходил в клетку? Может быть, Сергей Мартынов? Да нормально отношусь к реваншам, просто вопрос необходимости в этих реваншах, то есть если предложили бы Сергея Мартынова, то нужно думать о условиях, какие для боя, то есть это как моя профессия, я, да, грубо говоря, когда все идут на тренировку, я иду на работу, когда ты говоришь, я прогулял тренировку, это звучит как бы смешно, когда ты говоришь, я проиграл работу, это уже звучит как бы так, что типа, как, это ж твой хлеб, ты работаешь этим, вот, и тут то же самое отношение, то есть нужно разговаривать, обсуждать. А вообще, с кем бы ты хотел, если бы был перед тобой выбор, с кем бы ты хотел выйти в клетку из спортсменов, кто тебе интересен? Ну, знаете, такой вопрос пальцем в небо сейчас кого-то какие-то имена называть. Надо разговаривать с организаторами. То есть сейчас скажу вам, там, я бы хотел выйти, там, не знаю. С Александром Шлеменко. Ну, даже с Александром Шлеменко. Вообще, как бы, конечно, больше хочется драться с иностранцами, но... Поверьте, завтрашний бой будет не хуже, чем бой с бразильцами или американцами. Будут два русских молодых парня драться, оба заряжены, оба мотивированы. Обоим есть что терять и есть чему стремиться. Вот это интересно будет завтра. Ждем завтрашнее противостояние. Олег, спасибо тебе большое, спасибо, что ты с нами. А завтра бой Олега сможете увидеть в прямом эфире. Уральский боец Денис Лаврентьев, представляющий клуб «Архангел Михаил», встретится на турнире RCC Интер с бразильцем Матеусом Сантосом. Поединок станет главным событием турнира. Бойцы должны были встретиться еще в мае 2019 года на турнире RCC-6, но Сантос снялся из-за травмы. Для Дениса Лаврентьева бой станет уже седьмым в организации RCC. После обидного поражения Виктору Генри он вернулся в строй и одержал две досрочных победы. Сейчас он в двух шагах от топ-50 сильнейших бойцов в легчайшем весе и в шаге от реванша с Генри. В случае победы Денис рассчитывает на вторую встречу с американцем. В активе Сантоса 14 побед при 5 поражениях. Стоит отметить, что все свои победы он добыл досрочно нокаутами и болевыми приемами. Смотри прямой эфир на телеканале Бокс ТВ Интернет.
Друзья, Денис Лаврентьев, участник со-главного события завтрашнего вечера. Денис, привет. Привет. Ну, в первую очередь, расскажи, что там произошло, что за заварушка на взвешивании только что была. Просто не люблю, когда мне кулаки в лицо наставляют. Я тоже решил отставить. Он приблизился чуть-чуть ко мне. Ну и началось вот эти все моменты перед боем. Это интересно, я считаю. Надо показывать зрелищные не только бои, но и взвешивания тоже, чтобы народу было интересно. Мы уже на самом деле немного затронули эту историю, что ты должен был с этим соперником биться в Челябинске на турнире, на номерном турнире RCC. Вот скажи, важно для тебя все-таки выйти против него в клетку и чтобы все-таки этот бой состоялся? Да, если честно, наверное, все бои важны, и никакой недооценки никогда у меня нету. Всегда я подхожу подготовленным на все 100 к своим боям. Ну, это да, видно, что он такой, бразил. Я думаю, будет интересный бой, яркий бой. Устроим нормально. Ну, а вообще можно сказать, что этот бой, ну, как бы еще один шаг? Знаешь, о чем хотелось бы поговорить? О поединке с Виктором Генри, который был в прошлом году, в конце 2018 года, который, к сожалению, завершился не в твою пользу. Вот скажи, вообще возможен ли реванш? Является ли вот этот бой с Сантосом ступенькой, да, к реваншу с Виктором Генри? Очень много вопросов по Генри, именно по реваншу мне задает. Надоело? Не надоело, просто я сам этого хочу. И, наверное, ты сказала правильно. Да, это будет еще одна ступенька. И, наверное, все-таки реванш рано или поздно состоится. Но я хочу, чтобы это было как можно быстрее. Потому что этот проигрыш для меня, он очень не дает мне спокойно жить и тренироваться. Я постоянно о нем думаю. Поэтому хочется выйти и решить вопрос. Но откинуло тебя вот это вот поражение, потому что все равно ходили тогда разговоры о том, что ты уже на пути к подписанию UFC. Вот это вот поражение, оно тебя откинуло от участия в этой организации? Я про UFC сейчас говорю. Такой момент тоже присутствует, да. Менеджеры тоже мне сказали, что после проигрыша придется немножко повременить, опять набрать выигрышных боев. То есть все немножко сдвинулось назад, так скажем, когда уже было все вроде вот-вот. Немножко оттянулось из-за этого проигрыша. Но сейчас, я думаю, наверстаем рано или поздно все равно. Но я смотрю, что ты в хорошем настроении. Как себя чувствуешь перед боем? Все отлично, заряжен, все по плану. Спасибо тебе большое, Денис. Спасибо. Ждем завтра твое противостояние в со-главном поединке этого вечера. С нами был Денис Лаврентьев. Михаил Рогозин дебютировал в профессионалах в 2014 году и повел 17 поединков. Уральский медведь подходит к турниру RCC с серией из 3 побед и на 21-й строчке мирового рейтинга полутяжеловеса. Кроме того, российский боец, действующий чемпион чешской организации WASO. Поединок интересен тем, что Рогозин выступает в полутяжелой весовой категории, и ради встречи с Энамото ему придется спуститься вниз на 9 килограмм. Энамото выступает в России с 2011 года. Он был чемпионом M1 Global и успел подраться с Александром Штеменко, Николаем Алексахиным и Владимиром Минеевым. Михаил Рогозин сейчас с нами здесь в прямом эфире. Здравствуй, Михаил. Здравствуйте. Перед взвешиванием я сказала так, что для тебя бой с Энамото – это бой мечты, и завтра ты выходишь в клетку. Ну, можно сказать, что Энамото – кумир или нет? Вот как ты его оцениваешь? Нет, ну кумиром я точно его не назову, у меня вообще нету кумиров. Но я следил за этим бойцом, это очень опытный боец с историей, с интересными там боями в прошлом. И мне, естественно, интересно с ним подраться. Было и сейчас интересно. Но он остается сильным соперником? Каковы его сильные стороны? Вот ты же наверняка отсматривал его поединки. Да, конечно, это очень сильный соперник. Он всегда проявлялся в бою, что он как бы идет всегда вперед, до конца бьется. Ну, настоящий самурай реально, настоящий боец. Он техничен как в партере, так и в стойке, выносливый. В принципе, у него все есть. И завтра будет, думаю, хороший бой, красивый.
чего еще можно желать. Ну а какие ты бои отсматривал, да? Потому что известно, что, например, Александр Шлеменко бился против этого спортсмена и завершилось это противостояние победы нашего российского бойца. Этот бой ты смотрел, ну, при условии, что ты был в тренировочном лагере у Александра Шлеменко? Да, когда этот бой проходил, я еще не тренировался у Александра Шлеменко, но бой этот я уже видел, смотрел. И еще смотрел также бои с Романом Копыловым, с Колей Алексахиным. Ну и в принципе, ну еще старые бои с Шамилем Зауровым видел. Вот все. Ну а вообще, каково выступать в главном поединке вечера? Насколько это ответственно? Ну, в главном поединке всегда ответственно, потому что это последний бой в этом вечере. То есть вы завершаете вечер, хочется произвести хорошее впечатление, чтобы зрители ушли довольными. Ну и плюс это у нас дома, в нашей академии, будет очень много знакомых, все будут меня поддерживать. Но, как говорится, родные стены помогают. Это ответственно, но и в то же время приятно. Все верно. Здесь завтра в Академии единоборств РМК состоится турнир RCC Intro. Начало в 17:00 по местному времени, в 15:00 по Москве. Это будет уже завтра. С нами был Михаил Рогозин. Меня зовут Екатерина Березова. Увидимся с вами завтра. Ну как настроение? Все реализовал то, что хотел? Ну как настроение? Все. Сейчас что-то съел, да? Сразу вышел? Шоколадку съел? Да. Бургер сочный хочу сейчас, да, или пасту какую-нибудь. Самый вкусный чизкейк. Целый месяц не ел сладкого. О, пиццу люблю. С колой прям, ну, конечно. А, пиццу, наверное. Пицца. Пиццу очень сильно хочу. Ну, сейчас мы поедем, деньги заберем, поедем за пиццей. Деньги заберем, поедем за пиццей. У кого заберете деньги? А, ну, за бои, за... А, я думал, просто у кого-то просто заберем деньги и поедем. Не-не-не, мы не такие. Я понял, да. Как проводишь время, когда отдыхаешь именно? Помимо тренировок. Я не расскажу, тут тренер рядом сидит. Иван Сабирский! Я книжки читаю. Люблю танцевать еще. Пацаны танцуют. Жескач, еще и вот так можно. Много энергии тратится на то, чтобы поддерживать? Больше, чем драться. Сейчас мы к тебе. Больше, чем драться? Конечно. Как он вообще, красавчик? Ну, сейчас точно лучше стал. Давай, сражайся! Я уж не